Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. В смысле, я-то раз. Вот. Уже поет, позже поет. Привет, друзья, это мы. Как здорово, что все мы здесь сегодня. Обычно мы говорим, встречайте Ольга Олейникова, а теперь... Не, ну а уж теперь нет. Теперь я должна говорить 26 Гц. Thank you.
flowers on your feet. Comes a snowstorm, you may get a little kick. Comes love, nothing can be done. Comes a fire, and you know just what to do. Love's a tire, you may buy another shoe. Николай Долгин.
Сергей Коньков, друзья. Приветствуйте Свингтайм. Они сегодня научат вас делать так же примерно, если вы, конечно, захотите. Ну, то есть, даже если не захотите, все равно научат. Они такие ребята. Да. А сейчас будет песня тоже о танцах. Обычно мы посвящали ее нам с Коньковым, поскольку называется она «Щека к щеке». А вот сегодня мы ее посвятим просто Конькову, потому что он... Вот. Песня поется. Вот, да. Thank you.
gonna get the works. It's nobody's business but the door. С ума сойти, что творится. Так, если бы я не играл на фаготе, я бы концерт продолжал вот так. Но, к сожалению... Так, надо что-то с этим сделать. Жалко ломать. Ну я же Коля, значит, она колется. Все правильно. Вот так пусть будет. Спасибо, ребята, как здорово, что вы пришли. Не решаемся начать, но сейчас решимся. А сегодня барабанщик нерешительный просто. И песня соответствующая. Я не могу определить, я решительная певица или нерешительная барабанщица, или все вместе сразу. Спасибо, ребята. Сейчас будет песня о чудовищных вещах. Я даже... В какой части этой песни вещи поются, о которых
кажутся тебе чудовищными? Ебит смету, например. Окей, я это петь не буду, а все остальное прекрасно. Я же не говорю, что песня плохая. Песня прекрасна. Ну почему же? У меня сегодня специальные щеточки как раз для того, о чем поется в этой песне. Ну аплодируйте же, аплодируйте. Вообще не стесняйтесь, у нас сегодня на сцене полтора именинника, так что мы готовы купаться в овациях весь вечер. Прорвало, так же. Oh, my man.
gonna walk up to the gate and see if I can get it straight. Cause I wonder, I'm gonna ask her, is you is a is you a happy? The way you're acting lately makes me down. You is still my baby, baby. Since my flame in your heart's not gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of what you'll find, she's gone and made a change. Основная идея нашего всего вот этого сегодняшнего, что у нас в гостях, я должен это сказать, различные прекрасные мужчины. Ну ладно, чего уже прятать человека? Нельзя это прятать. Друзья, никогда же такого не было, никогда с нами не пели мужчины практически, ну кроме своих. Андрей Юдин споет сейчас песню на моральную тему. После концерта мы расскажем, Сережа, какова мораль песни. Мораль. Bye.
На этом сюрпризы не заканчиваются, друзья. У нас сегодня концерт под эгидой, когда поют мужчины, когда женщины играют... На барабанах? Играют. Андрей Гончаров, друзья. Встречайте. Dreams. You'll never know how nice it seems or just how much.
Гончаров! И 26 ваших патентских герц. Друзья, на закуску перед антрактом шизофреническое произведение, наше любимое. Вот про это. Про этого. Можно я придвинусь к своим друзьям? Или я могу в этот микрофон спеть? Лёшка. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. О, класс. Усим, да. Оптимистической ноте предлагаю объявить небольшой антракт. Как говорит наш барабанщик, не переключайте каналы. А, кстати сказать, помните, я вам обещал, что свингтай научит вас танцевать, хотите вы этого или нет? А так вот, сейчас это произойдет. Будьте готовы, друзья, пристегните ремни. Нет, наоборот, отстегните ремни. И учитесь танцевать. Swing time! Раз, два, три, четыре. Дали мне звук, ура! Всем добрый вечер! Ну, вы сегодня все видели здесь танцы. Все испытывали наверняка разные эмоции, надеюсь, положительные. Поэтому все, кто не мог усидеть, кто усидел, кто хочет продолжать сидеть, все равно заставьте себя и выходите сюда к нам на танцпол. Мы вас будем учить танцевать свинг. Выходите, не стесняйтесь. Я же видела, там ребята танцевали. Где-то в уголочке. Стеснялись почему-то выйти сюда. Ну, ребят, выходите. Девчонки, мальчишки, их дети, их братья, их сестры. Выходите сюда. Это не страшно. У нас первая смелая девушка. Ну, девчонки с мальчишками, идите сюда. Вот что вы хлопаете? Идите к нам. Это что такое, а? Это безобразие какое-то. Я научу. Выходим, выходим. Как приятно видеть так много людей. И девчонки, и мальчишки, все вставайте, пожалуйста, вот здесь, передо мной. Я к вам, к сожалению, буду стоять спиной, но это не потому, что я вас не уважаю, а потому, что вам так проще будет копировать мои движения. Мы сейчас с вами встанем так, чтобы друг другу не мешать. Немножечко сделайте расстояние между собой. Кто-то чуть вперед выйдет. Да, да, в шахматном порядке. Отлично. Мы с вами сначала без музыки сделаем совершенно незамысловатые движения. Вы увидите, что они на самом деле очень простые. А потом это все сделаем под музыку. Да, мне будешь помогать. Можно я этот стульчик немножко уберу? Спасибо. Левая нога. Мы левой ногой делаем
кики. Как будто кик – это как бросок. Как будто хотим у себя из-под ног убрать мусор. Делаем раз, два, три. Правой. Раз, два, три. Левой. Раз, два, три. Правой. Хоп, хоп, хоп. У всех получилось? Молодцы какие! А теперь мы с вами сделаем кик вперед и кик назад. С левой назад. Кик, 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 кик. Хоп, 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 хоп. Правой назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У всех получилось. А теперь будем поочередно делать. Начиная с левой ноги. Левая назад. Вперед поставили, правая вперед, назад поставили. И вы не догадаетесь, что это такое. Это Чарльстон. Наш любимый древний Чарльстон. Давайте вместе. 5, 6, 7. Левая назад, вперед поставили, правая вперед, назад поставили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И ручки добавили. Хоп. Армочки, чтобы красивые были. А дайте нам музыку, пожалуйста. Ждем музыку. 5, 6, 7, 8. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И руки добавляем. Why you wanna? So I can chim chim with you. I gotta learn chim chim. Come on over. I gotta learn chim chim. Come on over. I gotta learn chim chim. Come on over. I'm going to chim chim school. You're gonna take that step. Стоп, музыка! Ну вы догадались, что это движение основное. Мы можем попрыгать на левой, на правой, можем только на левой, можем только на правой. Но можем еще сделать кое-что. Совсем элементарно. Левой ногой делаем три шажочка маленьких влево. Раз, два, три. Правой. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. У всех получается? А еще мы можем показать свою левую ногу. Ах, какая она у нас красивая. Вот такая. Вот такая. Ну, мальчики помужественнее, конечно. А девчонки, повыпендривайтесь. А теперь правую покажите. А теперь все это под музыку. Просто смотрите на меня и делайте то же самое. Показываем левую ногу. А теперь правую. А теперь левую. И правую. Поехали, Петра, показываем!
get home. Новое движение. Black coffee, I'm so dizzy. Black coffee, let's get busy. Друзья. Я, кстати, не говорил, да, что вы же научились танцевать за это время? Что вам придется, так сказать, продемонстрировать полученные знания. Приветствуются танцы на столах. Ну и вообще. Любым способом, в общем. Что еще мне нужно сказать? В общем, сейчас мы продолжим все это безобразие. К нам присоединился Сергей Остроумов на барабанах. Ребят, нет, вы меня простите, но нет, так не пойдет. Я бы вот ничего не сыграл после этого. Сергей Остроумов! Лучше, лучше. Теперь можно. Bye.
на сцену только для того, чтобы снова освободить ее для наших прекрасных гостей, о которых уже расскажет Николай Добкин. Николай Добкин, это я. Не расскажет. Ничего не расскажет. Нет, я не буду ничего даже рассказывать, я просто позову на сцену великолепного, прекрасного, не знаю, еще какие эпитеты, но придумайте какие эпитеты самые замечательные. Юрий Коверкин! Ребят, я бы не вышел после такого. Юрий Коверкин! Ну что, вот. Юра просил меня передать, что сейчас будет песня под названием Motherless Child, и что эта песня является данью уважения нашему коллективу. В общем, песня о том, что иногда кто-то чувствует себя сиротой. I feel
Яковенкин, ребята. И это еще не все. Come on, baby.
Thank you.
Спасибо. Юрий Коверкин. Вдохну еще раз. Юрий Коверкин. Лучше. А теперь, друзья, речь идет о ком? Встречайте Дмитрия Казачкова! Вам знаком этот джентльмен? Дмитрий Казачков! Ребят, ну лучше его! Дмитрий Казачков! Вот, если вы меня еще не знаете, или знаете с хорошей стороны, то, возможно, вы меня еще узнаете с плохой стороны. Когда 2 недели назад Николай Добкин пригласил меня участвовать в этом празднике, я пришел просто в трепет. Я ужасно разволновался. Я был в это время в отпуске, прервал его. Бросил заниматься спортом, чтобы набрать вес у боевого, чтобы голос звучал лучше. Сдал в химчистку костюм, в котором последний раз выступал в Московском международном доме музыки. Вы же понимаете? Намеков не понимаю, в международном доме. Музыки. Николай Добкин, Ольга Олейникова, день рождения Конькова. Это было очень серьезное предложение, но мы серьезно к этому отнеслись. В общем, я вас поздравляю с этим праздником. Я счастлив быть на этой сцене, я горжусь этим очень, я очень взволнован. Но я думаю, все будет хорошо. Мы споем пару песен.
Дмитрий Казачков. Дмитрий Казачков. Сейчас будет песня. О чем следующая песня? Следующая песня называется «Любовь нельзя подделать». Подделать можно что угодно. Кофе, чай, молоко, сливки, шелк, котон. Я просто вам пересказываю, что там в песне поется. А любовь нельзя подделать, считают простодушные авторы. Я был похож для тебя игрушкой. Но я не буду это, в общем-то, подробностей не надо, вы все поймете, если будете внимательно слушать.
эта песня вообще-то из репертуара группы Queen, но с тех пор, как я ее стал петь, ее еще никто ни разу не опознал. Мне кажется, саботаж какой-то возник на сцене. Эта песня называется... Да, вот это, кстати, феномен какой-то. Ей 18, а 25 лет она уже поет. А песня называется, в переводе на русский, по крайней мере: «Если ты меня любишь так, как ты говоришь, что ты так делаешь? If you love me like you say». If you
Except you never run around. Except you never stay home. Приходите завтра ко мне на концерт. Если интересуетесь, где, спросите вон у той девушки в углу сидит, она вам расскажет. Спасибо большое. Дмитрий Казачков. Ну что ж, друзья, в общем, события к финалу приближались, и падал в снег расстрелянный герой. Нет, это что-то другое. Нет, я не могу так работать. Вот так могу, нет, так опять не могу. Where the town
Николай Добкин. Thank you.
В этом месте мы обычно знакомимся с вами. Предлагаю сделать это и сейчас. Сергей Остроумов, барабаны! Александр Байдаков, бас! Сергей Коньков, гитара! Не забудьте его поздравить! Не забудьте! Сергей Шитов, кларнет! Николай Добкин, фагот! Ольга Олейникова! We'll be right back.
Спасибо, ребята! Ольга Олейникова! Сергей Шитов! Коля Добкин! Саша Байдаков! Сергей Коньков! Сергей Остроумов! А также с нами сегодня пели Андрей Юдин! Андрей Гончаров! Юрий Коверкин! Дима Казачков! А также с нами танцевали Swing Time. А также нас озвучивал Алексей Белов. А также нас писал Андрей Ласкин. А также все это устроил Арай Кокопян. А также... наш директор Вероника Сергеевна. Вот. Клуб Алексея Козлова, 26 Герц, 15 октября, 2 кило 16 года. Ура! Спасибо, друзья, мы любим вас, приходите к нам всегда теперь. Пока-пока! А если кто-то не наслушался, приходите к нам вскоре завтра на концерт, подходите, чтобы не куда. До свидания, будьте здоровы!